Всем привет, друзья! Мы продолжаем наши эксперименты, и сегодня снова необычное видео. Сегодня мы строим самый большой костер в мире. Я не знаю, какой рекорд был на самом деле, но сегодняшний костер будет очень огромным. И самое интересное то, что я буду через него прыгать. А потом мы пройдемся по углям. В общем, я думаю, вам будет интересно. Не переключайтесь, а мы приступаем к постройке. Опа! Вот такие мы бревнышки взяли из бабушки, из бабушкиного дома. Пацаны мне помогают, огромное спасибо им за помощь. Кстати, среди них есть ваш знакомый Витя, он со мной лазил тогда на заброшку с сатанистами. Ссылка на мой канал будет в описании под видео. А пацаны работают, огромное спасибо им. Кстати, их инстаграмы тоже оставлю в описании, кто хочет, может написать им слово поддержки, слово благодарности. А мы приступаем делать костер. В общем, какая идея? В общем, мы выкапываем вот круг земли, где будет сам костер. Вот. Вот здесь он такой будет огромный, и я буду через него прыгать. Я надеюсь, все будет хорошо. Ну, думаю, если это видео вышло, значит, все хорошо. А даже если не все хорошо, у нас все равно выйдет, Назар выложит. В общем, ребята, вот, можно сказать, мы уже ближимся к завершению. Я построил себе вот такой трамплинчик, чтобы прыгать. Мне так будет, я думаю, удобней. Здесь будет такой огромный костер. Мы как запалим, покажу вам. Вот, Витя рубает, еще носит дрова. Вот так вот. А здесь я буду приземляться. Я так думаю. Я еще эти колючки сейчас уберу. Будем прыгать. Вот специально выкопал еще здесь для углей. Когда костер здесь потухнет, угли будут горячие. Вот сюда мы их накинем. И я еще пробежусь по ним. Поэтому сегодня экстремал у нас. Сегодня у нас экстремальное видео полностью. Сейчас я уже немножко начинаю раздеваться потихоньку. Вот. В общем, сегодня будет жестко, пацаны и девчонки, кто там смотрит. Короче, ребята, получилось вообще неэффективно, слабо, потому что днем костер очень плохо видно, на самом деле выше, но из-за дневного света. А тем более еще плюс камера, он очень сильно, в общем, человеческому взгляду очень тяжело определить, насколько он большой этот костер. Из-за того, как я уже говорил, из-за дневного света это все. Поэтому мы, скорее всего, переснимем это ночью, когда будет более темно, и тогда и ночью будет хорошо видно именно размер костра, потому что сейчас костер не очень хорошо видно. Вот, мы видим. Насколько? Ну, он уже, конечно, уменьшился. Но на камере покажу, где его видно и где он на самом деле, какая его высота. И как его видно на камере. Блять, а щучка это стрёмно? Давай. Сука, сейчас щучку прыгну. А я опалився трошки. Да? Засівай. Вон. Всем привет, дорогие друзья. Я забыл записать вступление к видеоролику и уже успел рассечь себе бровь. Ну ничего, что вам украшает мужчину. В общем, мы приехали на локацию, где в прошлый раз у нас не получилось разжечь огромный костер из-за того, что был день и было плохо видно. Сейчас уже темнеет. Серега, ну, опять Серега здесь, он мне помогает. Бум, Серега сила. Сейчас постараемся сделать это все максимально красиво, максимально огромный костер, и я через него прыгну. Сейчас увидите, как мы собираем все дрова, как мы это все делаем, как я рассек себе бровь. Правда, нет, там не видно, как я именно удар случился. Вы уже видите последствия. Но это случилось вон там, когда я как раз и добывал дрова на костер.
В общем, так уже много слов. Поехали. Сейчас, ребят, ломаем сухую древесину для того, чтобы наш костер лучше разжигался. Нам было его легче развести. Древесина тяжело ломается. Жать просто. Могу сказать. Я ему помогаю. Хорошо. Вот так вот будет совсем. Никак не хочет отдаваться. Тяжелое. Вот, ребята, еще не на этот раз мне подсказал отец, как правильно разжигать костер именно в высоту. Поэтому в этот раз мы строим такую как бы пирамиду, такую халабуду, чтобы огонь не шел ввысь. Вот, и он будет на этот раз выше. Я думаю, это будет эпично, когда я буду прыгать. Будет все круто. Классно. Сильно. Серега, что скажешь? Бомба-ракета будет. Ну, Назар, и ты еще что-то. Понятно. Ну вот и все. Что, ребят, костер почти уже закончен, точнее, мы закончили его слаживать, складывать. Вот, на всякий случай я взял две бутылки воды. Есть, я сейчас, во-первых, оп, вам видно, я, во-первых, себя немножко оболью, чтобы не обжечь волосы, все дела. Маску свою оболью на лицо, чтобы волосы не обожглись, вот. И немножко на тело налью. Сейчас, между прочим, холодно. И я думаю, мне будет неприятно, но... Но-но. Что не делаешь ради видео, ради искусства. Поэтому поехали. Вот, ребят, взял свой старый зошит из колледжа. Мозг с историей. Можно сказать, что он пригодился в жизни. Вот. Сейчас будем под низ листки ложить. Листы. И будем таким образом разжигать костер. Поехали. Тетрадь. Да? Да. Вот, ребят, ложим со всех сторон, чтобы поджечь. Чтобы был максимальный огонь со всех сторон, и чтобы можно быстрее его всего распалить. Ребят, разжигаем. Снимать, оно разгорелось. Песок запалится. Это пиздец. Это мой звездный час. Там съемка пошла. Ебать, это гусем воняет. На! Мой шарф. Мешок в кураж, блядь. Не в него, а вовнутрь. Спину давай. Не так.
Две, что Назар зараз в кураж йде. Не, ну все четко было только что. Реально тут охрененно. Ребят, вот вы видели кадры, как я прыгал. В общем, занятие так себе, потому что я прыгаю плохо щучкой. И когда я перепрыгнул через костер, получается, забивал себе спину, ногу немножко подвернул. Но это того стоит. Я надеюсь, вы поставите лайк, подпишитесь на канал. Вот смотрите, оператор, назад, нельзя. Сними, вот, я опалил себе ноги, жареная курочка. Здесь такой запах, знаете, паленых волос. Здесь тоже, плюс, вот на сиське тоже опалено. Не знаю, видно, не видно. И на руках тоже. Жесть, короче, наверное, и брови опалился. В общем, ребят, вот и все, развели. Это может быть не самый большой костер в мире, но, по крайней мере, он был большой. Доставал где-то с мой рост, он был точно. Даже, наверное, немножко больше. Я через него прыгнул, как и обещал. В общем, опять-таки, надеюсь, вы это оцените. Надеюсь, вам понравилось это видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И дальше еще больше, и еще лучше. Бам! Пацаны. Ты такий быстрий був, що я на соці. Да? Да. Ти дуже швидко, да. Знаєте? Да. Снимай, снимай, снимай. На світ поверни, бо тебе лиця не видно. В натурі так больно, ще граєш? Ну, я вже почувствував. А ну снимай ще, покажи мені який. Скоро буде, блядь, вообще лежати на вогнах. Хорошо. Ребят, не повторяйте это, снимай.